Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, и я собираюсь сегодня пройти Темное измерение 5. До пройти, я бы так сказал, наверное, будет правильнее. Короче, ребята, всех перебил. Осталось мне завалить Дума и вот эту вот фантастическую тройку, потому что их осталось только трое. Надеюсь, получится. Три раза уже, ребята, пробую все это сделать. Естественно, мне нужно вылечить моих бойцов. Блин, я надеюсь, у меня получится. Потому что Дум, гаденыш этакий, не дает мне. Он, как всегда, начинает плодить своих двойников. И там начинается какой-то трэш. Ну, попробуем. Попробуем на этот раз. А потом уже, ребят, пройдемся по персонажам и тому подобное. Так, давай, грузись быстрее, пожалуйста. Я пока глоток горячего кофе сделаю. Угу. Так, призвал свою шушеру. Ну что, начнем, наверное, с уничтожения вот этих охламонов. Естественно, начинается. Начинается у него сразу же. Поехали. Хотя бафов нет у них. Так, этого надо убрать отсюда. Так. Да в плане, блин, ты еще наплодил. Да какого фига он опять-то их плодит? Ты заколебал, серьезно уже говорю. Блин, ну давай. Блин, начинается. Че, опять что ли сфейлю? Да не может этого быть. Чтобы я опять сфейлился. Так, этих мрамочков обязательно нужно сносить. Они будут мешаться просто-напросто. Хотя Дум тоже, ребята, нельзя позволять ему плодиться, блин. Этот еще взял себе защиту. О, начинается. Ребят, ну это бред какой-то. Их там было четверо. С какого фига он опять наплодил вот тут вот? Я не понимаю этого. Вот именно из-за этого я фейлюсь, друзья мои. Именно вот из-за этой ерунды. Да. Кто-то там... А, ну это понятно. А его бомбить одного бесполезно, иначе эти будут мешать нам. Вот в чем проблема-то. Этот там все стоит, да? Под охраной. То есть под провокацией. Давай поможем себе дополнительным, так сказать, усилением. Блин, этот хмырь доиграется, а? Раздражает меня этот существо, блин. Так, доктор Октопус, ты будешь делать свою массовую атаку, а? Щупальцами. Она мне очень сейчас нужна. Хрен там у нас. А не атака щупальцами, блин. Так, минус. Поехали. Так, этого на глушняк надо брать. Добиваем. Так, теперь вот эти вот. Начинается опять у него, а. Сейчас каждый будет так делать. Так, у Магнета уже все, ребят, здоровья практически не осталось. Ну кого, давай попробуем так сделать, блин. Естественно, ответка сразу следует. Дамочка, а у тебя что, защиты нету, блин? Где твой... Начинается опять. Разрушение вешает на меня. Так, поехали. Бафы сняли? Ну, не все, ребят. Давай, делай. Наконец-то, блин. Сфига ли он столько призывает-то? Ё-моё, да блин. Ребят, ну это уже борзость. Ну это уже борзость. С какого фига он столько напризывал их?
У меня массовых атак уже нету. У нас есть только слепота у магнета, но я не знаю, успеем ли мы ее заюзать. Да завалите вы эту кикимору, блин. Она сейчас щиты повесит, блин. Ну. Эй, доктор, блин, косорылый. Так. Магнета, держись, парень. О, по-моему, все. Магнета не жилец. Теперь надо двойников как-то уничтожать, ребят. Но это о чем, ребят, говорит? Что мы даже не можем, блин, с вами завалить даже двойников, блин. Сейчас каждый будет ходить, каждый будет выстрелить такую волну. Естественно, мы тут с тобой долго не проживем. Офигенно он тут наплодил. Доктор, нам это поможет, думаешь? Так, где? Вот этого, наверное. У него защита от смерти. Пошло, поехало опять. Раз. И сейчас так каждый будет делать. Контратаки нет, вот что плохо. Второй зарядил. Давай пробуем так сделать. Видишь, ребята, у него... О, слепота. Конечно, это нас не спасет. Слепота. Он может сейчас себя снять. Как ты мне дорог, а? Почему он вообще... попал. Ну, у нас уже все. У нас вот начинается разбор. Магнета уже нету. Давай на контратаку попробуем взять его. Щиты. Вот это хорошо. Дебаф. Так, минус. Сейчас наплодит, гад, все равно, да? Давай, ребята. У нас... Не могу. Ребята, это что за хрень? Да с какого перепуга он плодит-то их, блин? Я не понимаю, ребят, вот этой фигни. Это что, блин, баг в игре? С какого фига ты плодишь-то их все время, блин? Бесконечно причем, блин, плодишь. Как я, вот как я здесь должен, ребята, его победить? Ну, вот так, по большому счету, если брать. Каким образом? Это сейчас возьмет провокацию, соответственно, минус время. Вон, он уже взял провокацию. Так, двое упало. Давай добьем это существо. Да ты заколебал. Ну, ё-моё, ну... Не, ребята, это какая-то херобора на самом деле. Получается, надо валить главного вот этого. Пошло-поехало, да? Смотри, он плодит одного за другим. И он еще хильнулся почти по фулке, ребята. Ну вот и как тут можно с ними тут драться? Если он Не знаю, ребята, у меня дом есть, но он не делает таких. У него нет таких возможностей, блин, как здесь. Ну, кто-нибудь бомбанет по нему разок-то, блин, или нет, блин? Давай его глушить, мы даже попасть не можем. Это кикимор еще лезет, блин, тут. Вот чё-чё, я бы не подумал, ребята, что здесь ну, так жестко будет прям. Ну вот, уже почти, ребята, у него осталось немножко хп. Сейчас отхиляется по полной, да?
Понятно, что ты свою фигню это будешь выпускать. Давай, поехали. Да почему ты его не оглушить ты не можешь? Я никак не пойму, блин. Он не может его оглушить, блин. Ну, есть. Все, друзья мои. Я надеюсь, этот не возьмет на себя ролик главного теперь. А то я буду просто в некоем шоке пребывать. Так. Да неужели? Все, друзья, прошел. Прошел, блин, пятое. Это, ребят, только пятое. Ох, надавали-то наград. Ох, надавали. Ну, не так уж, конечно, много, но тем не менее. Самое обидное, что всего лишь 500 тысяч дали. Но зато открываем персонажа. Как вот там, Дораму? Откроем. Надо будет потом, естественно, его прокачивать. Это надо будет еще раз, по второму разу, ребят, проходить это событие. О, да. Сразу же вербуем его. 250 тысяч за вербовку. Угу. Ну, а теперь давай почитаем, что он из себя, ребят, представляет. Повелитель темного измерения Дормамо возрождает своих павших союзников и обрушивает мистический хаос на врагов. Вот так вот. Вечная тьма. Так, наносит основной цели 60% урона и похищает 10% здоровья. Так, это и так и нельзя промахнуться. Даже если у него уворот есть, что ли, нельзя. В любом случае, это меня устраивает. Гиперлуч. Накладывает оглушение на основную цель, наносит основной и ближайшим целям 90% урона. Дает готовность. Так. Ну, я думаю, Дормамо, да? Правильно, как вот там? Дормамо. Надо будет как-то включать в список бойцов. Надо посмотреть вообще, с кем он вписывается. С каким отрядом. Так, что у нас там Джарвис подсказывает? Кто он у нас идет? Он идет боец. Ну, давай, будет боец у нас. Фиг сделаешь. Дормамо. Угу. Можем прокачать его до максимум 42 уровня. 43. Да, надо будет потом повторное, ребят, прохождение проходить. Это я опять сколько времени на это потрачу. Хотя, может быть, с Дормамо будет немножко полегче, хотя я сомневаюсь в этом. Так, ну что, друзья мои, забираем новую рамку. Давай поставим ее, фиг с ним. Вот, теперь давай пробежимся по моим персонажам. Что в последнее время я открыл? Так, ребят, ну, приобрел я себе... Так, как тут лучше сделать-то, я даже не знаю. Ну, лидера вы уже, по-моему, видели, да? Лидер уже я при этом... Так, черного рыцаря, ребят, я открыл себе. И последний персонаж. Так, черный рыцарь. И кто-то же еще. Ну, Дормамо сегодня. А, ребята, и Пенни Паркер я тоже себе открыл. В принципе, это пока все. Хотелось бы мне, конечно, получить, как его, Дакина. Вот, но я думаю, что у меня не получится, я не успею. Хотя тут немножко осталось, мне нужно всего 15, ребят, для того, чтобы его открыть. Но вряд ли получится. Хотя еще время есть, ну, посмотрим, ребят, так. Слушай, мы вроде получили столько наград, призов, а чтобы что-то прокачать... А, ну я вижу. Вечный лидер мы можем прокачать полностью, да? А, нет, только до... А, ну пятая ступень, последняя, да.
Либо у Халка что-то можем. А что у Халка? Тоже вечная злость и гнев. О, да, ребята. Улучшаю. Я давно этого хотел. Угу. Канг-завоеватель, отлично. Шикарно, ребята, у него 16-я категория. Превосходная. Также я хочу еще, ребята, и смерть пул докачать. Тут надо сколько? 88 уровень и до 90 надо прокачивать. Ну, до 90, если смотреть, это дофига, ребят, по баблу. Лям 687. Но, тем не менее, шанс есть. И надо будет. И призрачного гонщика. Он мне нужен, ребята, на событиях. Также, конечно, Капитан Америку надо прокачать. Но больше сейчас акцент делаю, ребята, на Стрэнджа, Вонга, на Агату Хартнес. В общем, прокачивать их хочу, этих мистиков. Опять же, для прохождения события. Вот я сейчас сижу и думаю, стоит ли мне. Или все-таки здесь лучше. Предвиденные удары. Очень неплохая, ребята, кстати, атака. Снимает с основной ближайших целей весь барьер. Плюс 70 проникающим урона по основной и дополнительным целям. Я, наверное, вкачаю, ребят. Очень неплохо. Я бы даже сказал, замечательно. Пока все меня устраивает. Так, здесь забираем награды. Блин, ну, трындец. Я думал, что опять сегодня сфейлюсь с этим дармам и не получу его. Но, видишь, все у нас нормально получилось. Так, здесь по-быренькому. Блин, по-быренькому я, по-моему, отгребу здесь. Сможет ли моя армия вот с этим справиться? Хм. А если я изменю команду? Есть кто более сильнее? Ну, не знаю. Давай попробуем. Ну, проиграем так проиграем. Чё ж поделаешь. Опасность офигенная. Выиграли, друзья мои. Выиграли. Порвали мы эту команду вражескую. Ну, тут уже, конечно. Ну, ага. За два ляма. Интересно, а вот эту команду сможем победить? Вопрос на миллион. Да, мы ее выиграли. Но дальше, мне кажется, уже там за два ляма, ребята, идет. Ну, меня, в принципе, и такой итог устраивает, который у нас сейчас есть в данный момент. Так, что у нас тут? Так, фиолетовые. Фиолетовые. Ну, давай для мутантов возьмем. Фиолетовые для мутантов. Ну, и здесь мы с тобой заберем катализаторы. Так, тут у нас что? Содержит материалы синего снаряжения. Ну, это для, наверное, новичков у нас, так скажем. Так, здесь. Ага, одна золотая сфера. Давай, дай миллион. Да, конечно, дадут тебе миллион. Тут сколько? 150 тысяч максимум тебе дали. Такс. Где эта сфера? Вот, вот, будем надеяться, что из этой сферы выпадет что-нибудь колоссальное. Крейвен. Крейвен, да, выпал? А он у меня... Слушай, а он у меня не прокачан. Мы, кстати, можем посмотреть, сколько нам остается до... Так, подожди, тут еще что-то у нас есть. А, сфера тренировки. Это кредиты тренировочные. Так, ну здесь, ребята, я уже что надо приобрел. Как ты понимаешь, я качаю все. И мистиков. И этот, как она? Блин, да как? Как его звать-то? Семи зла, вот, семи зла.
тоже пытаюсь прокачать. Опять же, для того, чтобы апокалипсис открыть. Но там песня, ребята, долгая. Там очень много, дофига чего надо. Так, я хотел посмотреть на Крейвена. Сколько нам еще надо? Ну, там, наверное, немножечко. Чтобы его до 300-ки вкачнуть. Скорее всего, да, получается. Сейчас я попробую найти призрачного гонщика. Тоже надо докачать. Да я так припарюсь искать. Давай вот так вот сделаем, так будет проще. Это вот он. Вот он, да? Ну слушай, 215, надо еще сколько получается? 85. 85 карточек, и он будет 300-м. Но, понимаешь, его одного в команду брать, это бесполезно. Надо, естественно, всех прокачивать остальных. Это и гоблина, который отстает, кстати. Самый прокачанный, ну, это, конечно, доктор Осьминог. Потом, получается, у меня Крейвен. А, нет, потом, получается, у меня ящер, потом Крейвен. Хотя Крейвен... Хм. В общем, получается, ящер, потом Крейвен, потом этот, как его все время забываю, убийца пауков, ну и в конце уже гоблин. То есть еще тоже такая довольно долгая песня по прокачке. Семя зла очень сильно отстает. Очень сильно. Надо как минимум хотя бы 150 было, чтобы 150 мощей. Сейчас они никуда не годятся. Так же, как и всадники. Ну, всадники понятно. Тут песня долгая. Здесь вот тоже, ребята, надо до сутки докачать доктора Стрэнджа, Моргану, ведьму, ну, и это как Шан-Чи или как его там? Вонг, Шан-Чи другой, Вонг. То есть тоже довольно кропотливо. Ну да, довольно кропотливо. Вот только вот самая такая вот оптималочка у нас. Смерть Пул недавно тоже, ребята, прокачал до максимального уровня. Вот теперь надо как-то до кристалла добраться. Все, сегодня технические работы будут. Вон там написано в 7:30. Но, по-моему, на игру не повлияет. Единственное, что нельзя будет, если я не ошибаюсь, заходить в магазин. Так, ладно, тратим тогда здесь энергию. Все, что у меня осталось. Так, окей. И на... Там не очень много, конечно, энергии. Ну и кого, чего? Немора, что ли, найти? Немор ищется у нас? По-моему, ищется или нет? Ищется. Дашь 6 мне? Отлично, ребята. Немор тоже у нас будет прокачан по фулке. Но, опять же, нужно 500 тысяч. То есть, получается, еще, как говорится, от одного бойца по прокачке мы отстаем. То есть, не надо будет искать на него ничего. Ну, и так вроде бы все, да? Единственное, что... А, у меня еще и пира, блин, пира надо еще. Пятихатку, ну, вот этот самый главный. Друзья, напишите в комментах, кто уже имеет его, насколько он хорош вообще и с кем его лучше брать. С кем он очень хорошо, как говорится, синергию проводит. Если со всеми абсолютно, он вообще к кому относится? Даже пока нет никаких идей. Может быть, он вписывается в любую команду. Так, у него открывается, значит, темный дождь. Снимает с персонажа все отрицательные эффекты и снимает блокировку лечения со всех союзников. Вот это круто, кстати. Восстанавливает персонажу и всем союзникам 10% от максимального здоровья этого персонажа. Качаю.
Так, а это что у нас? Этого персонажа нельзя возродить. Если в начале матча у персонажа полный запас здоровья и он не клон, все союзники получают однократное возрождение. Могут возродиться один раз 40% от своего максимального здоровья. При появлении и в начале хода дает усиление защиты на 2 хода. В начале хода... Так, в начале хода врага, если есть готовность, превращает все положительные эффекты на этом враге в отрицательные. В начале хода, если есть готовность, теряет один заряд готовности. При получении оглушения снимает все заряды оглушения и накладывает на персонажа регенерацию. Снижает шанс помощи для всех врагов с особенностей космос и буян на 100%. Ну это просто какая-то имбища, ребят. То есть он автоматически вешает на наших персонажей в отряде способность к возрождению. Единственное, что если в отряде есть, во вражеском отряде, если есть смерть пул, то вы прекрасно знаете, что она снимает эффект возрождения и как бы бесполезен этот уже баф получается. Но тем не менее, такое есть, и это очень круто. Ну, вроде бы, как на сегодня можно закругляться. Да, вот такая вот серия, ребят, получилась. Ну, для меня главное было вот пройти. А дальше-то что у нас там, если посмотреть? Дальше там жопа, по-моему, полная, да? Это идет у нас вот здесь. Я даже... Да, ребята, это... Какого лешего, а? Это тут 19-й? А, 18, категория 18. У меня даже ни у кого нету, ребята. 18-й категории. Ты прикинь? 704, 734. Это тысяча, я имею в виду, мощей. Тут лям. Да ну нафиг, это сколько же я буду проходить? Я даже, ребята, это 20 лямов, тут 22, 12, 12, ладно, 25, 24, 20, 20, 17. Я просто в шоке. Ох, ты прикинь, он будет давать им способность возрождения. Это пипец. Это просто жесть какая-то. А я удивляюсь этому. А вот здесь. Надо лет года 3-4 как минимум, наверное, шлепнуть, чтобы прокачать хотя бы вот до этого уровня, до, там, до 600, до 700 тысяч мощей. Еще что-то можно будет потом пробовать прыгать. Сейчас это просто бесполезно. Ну что же, буду потихонечку ковырять. Не все, как говорится, сразу. Потихоньку, постепенно. Но рано или поздно все мы это сделаем. Но хотелось бы, конечно, еще открыть, ребята, апокалипсиса. Хотелось бы открыть, но... Сами понимаете, что это нужно прокачать все отряды. Плюс пройти именно по 3 этапа. Ну, кто в курсе, тот в курсе. А кто не в курсе, сейчас покажу, что там надо вообще сделать. То есть, вот апокалипсис. Надо пройти вот эти вот все 3 этапа. Это только за одного. Тут, видишь, категория 15 требуется. У меня есть, ребята, но они слабенькие. Мои бойцы, они очень слабые. Ну, ты видел, я показывал. 85, 80, 85. Было бы у них хотя бы, я не знаю, ну, 90 уровня. Можно было бы. Можно было бы сюда прыгнуть. 90 уровень, да, плюс, ну, прокачка, естественно, фуловая. На данный момент. Тогда можно было бы еще здесь их ковырять. Но в данный момент я пытался, даже первого поединка не прошел, потому что, ну, вон, сам видишь. Насколько они круче меня. В два раза почти, ребят, в два раза. Если у меня 80 там, тысяч мощей, у них по 145, по 187. Тут вообще 200. Хотя первую волну я прохожу. На второй волне меня уже фейлить начинает, когда появляются вот эти вот
Когда плащ вылазит с кинжалом. Гром, ну гром, ладно, не так страшен. Вот эти вот. Это вечно хиляет. Этот вечно вместе с парой с кристаллы начинает там наяривать. А вот этих вот, вот эту вот первую, первую вот эту вот девятку игроков я разношу. А потом все, потом суперудар заканчивается и начинается трэш. Ну и также, ребят, естественно, вот здесь надо прокачивать. Здесь вообще у меня все очень плохо с этими персонажами, очень все плохо. А так же, как и здесь. Вот, хотя у меня уже кто? Нет, лидер, кстати, мне понравился. Хороший чувак. Вот надо как-то, я не знаю, Халка этого красного прокачивать. Этого у нас уже 300-ка максималка. Ее можно прокачивать. Также у нас подходит к максималке и Браун. Тоже. И по итогу получается 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ну, мне кажется, наверное, не знаю, мерзость я запарюсь качать. А на лидера карточки нигде не найти. Но возможность его прокачивать пока есть, ребят. Только лишь по уровню. Звездность мы, конечно, ему повысить не сможем пока, но... На этого мы можем находить с тобой за... Ну, в этом... За кристаллы брать. Ну и здесь, друзья мои, тоже как бы... Здесь получше, конечно, немножко обстановка. Очень сильно отстает Архангел и Немезис. Немезис так вообще, ребята. И что Архангел, что Немезис, они по звездам очень сильно отстают. Ну а здесь, естественно, нужна 15-я категория. То есть, получается, здесь два уровня надо... На Немезиса нужно два уровня. Ну и на остальных тоже, в принципе, там по два уровня надо. Кроме, по-моему, да. Только Магнета может сюда спокойно сейчас заходить. И, в общем, все это, ребят, впереди. Все это очень долго, естественно, так награпом ты это все не пройдешь. Но потихонечку будем. Периодически буду снимать серии, показывать свой прогресс, свой результат. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.